Готовность к небольшим компромиссам всегда отличали домашнюю кухню от ресторанной. Это когда хочется того самого, ну или почти того самого, только с минимальными усилиями. Так на свет появились ленивые голубцы, ленивые вареники. А сейчас приготовим ленивый рататуй. Для этого нам потребуется паприка, кабачки, чеснок, баклажаны, помидоры и зелень. Ну и, конечно, специи и растительное масло. Нужны экологически чистые продукты на столе? Поможет дача и магазины садовой техники 12 соток. Приступим.
Предвижу, сколько гневных отзывов прозвучит от любителей прованской кухни. Самое интересное, что этот рецепт очень популярен в Европе, и поведал мне о нем один известный иностранный шеф-повар. Попробуйте приготовить такое блюдо и вы. Приятного аппетита!